Недавно в интернете был брошен призыв к тому, чтобы устроить в инстаграме Дана Уайта флешмоб в поддержку титульного боя Хабиба Нурмагомедова. Акция получилась очень масштабной, и хотя ее результат пока неизвестен, а сам президент UFC ситуацию никак не прокомментировал, но некоторые заграничные издания обратили на нее внимание. Независимо от тематики поста Дана Уайта, мы, фанаты Хабиба Нурмагомедова и просто фанаты ММА, должны прокомментировать пост следующим образом, а именно написать набор хэштегов: Хабиб Тайм, Хабиб Тайтл Шот, Хабиб Чемпион. За все время проведения флешмоба было оставлено более 20 тысяч подобных комментариев, так что давайте не останавливаться и надеяться, что Дана Уайт предоставит возможность Хабибу Нурмагомедову подраться за титул UFC.